Артистизм приветствовался на региональном чемпионате по оказанию первой помощи. Он прошел уже во второй раз. Место проведения тоже. Лицей номер 7 распахнул свои двери для почти 250 активистов из 46 округов Подмосковья. Каждой команде, командиру команды, желаю в первую очередь командного духа проявить и показать все свои навыки по оказанию первой медицинской помощи. Вы знаете, что это очень важно в нашей жизни. Организатором чемпионата выступило движение первых. В наше время активно развивается медицина, в том числе это связано с специальной военной операцией, с старшим нашим поколением. Очень важно, чтобы молодежь умела оказывать первую помощь элементарно на улице, если вдруг что-то случится. Знали, как в первую очередь помочь самому себе. Поэтому в наше время это невероятно важно и круто, что мы делаем такие проекты, которые позволяют не только соревноваться в знаниях по медицине, оказанию первой помощи, но и развиваться, проходить тренинги. Действительно, в общеобразовательных учреждениях тренинги проходят постоянно. Опыт у меня уже имеется. В школе постоянные были тренировки по этому поводу. Нас отделяли даже время на классных часах. К нам приезжали спецработники, как медицинские, как и военные. И обучали нас оказанием помощи. И то есть прям мы и прям на нас это все показывали. Соревнования разделили на блоки. Первая помощь, здоровый образ жизни, тестирование на знания теоретической части и другие. Ребята соревновались в умении оказывать первую помощь при кровотечениях, травмах, ранениях и ожогах. На каждом этапе им помогали волонтеры из Российского Красного Креста. Это имитация какого-то, возможно, предмета еды, который застрял у меня в дыхательных путях. Задача юных медиков – надавить мне на специальный жилет, чтобы этот предмет вылетел, имитируя, что у меня что-то вылетело из дыхательных путей. На чемпионате были созданы условия, максимально приближенные к реальным, что позволило ребятам сконцентрироваться и выступить достойно. По итогам соревнований первое место заняли наши щелковские ребята из отряда «Каскад». Анна Наприенко, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.